Выход на зарубежные рынки. Традиционно эта тема одна из основных на Восточном экономическом форуме. О перспективах экспорта в дальневосточном регионе и своей повестке на форуме РБК рассказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. Мы достаточно активны. Мы уже подписали соглашение с Сибуром по крупнейшим проектам на миллиарды долларов инвестиций по газохимии. Мы обсуждали проекты по лесопереработке. Кроме того, мы подписали сегодня важное соглашение по проекту «Агроэкспресс», который предполагает старт экспресс-поездов из Москвы до Чэнду за счет предоставленной РЖД скидки по рефконтейнерам, наших субсидий, которые мы как агент правительства предоставляем, и оптимизационных схем. Мы выходим на ставки по железнодорожному транзиту контейнеров, конкурентные по сравнению с морем, по срокам в 4 раза быстрее. Это действительно серьезная такая тема. Мы рассчитываем, что это будет хорошим каналом для поставки агропродовольственной продукции в Китай. Кроме того, мы завтра планируем подписать соглашение с Норникелем по системной работе. Идет полноценный сбор урожая, который мы готовили под этот форум.